Привет всем. Ну что, процесс идет. Кладем блоки. Блоки после зимы уже сильно покоробило. Вода попала, поразорвала блоки. Сильно уже коцаны. Ну, делать нечего. Кладем. Так, вот такие вот мы вот сюда закладываем арматуру. Восьмерку. Специально вот такую канавку прорезаем. И так закладываем. Вместо сетки кладем арматуру. Две штуки. Одну и вторую. Сюда. Так, для чего кладем арматуру? Вместо сетки для перевязки, чтобы распределяла нагрузку. Не точечно давила, а распределяла нагрузку на всю кладку. Чтобы как волна прям шла. Избежать трещин. Вот так. И распределить нагрузку на всю стену. Здесь будет перекрытие у нас деревянное. Балки 200 на 50 через 50 сантиметров. В дальнейшем на первом этаже будут перегородки. И тоже будет поддерживать. Эти перегородки, это перекрытие. Здесь у нас будет верандочка. Процесс идет. Сейчас еще два ряда сверху и перекрываем. Здесь полтора этажа. Получается мансарда. Окна перекрыли. Уголки в данный момент не крашены. Заказчик попросил так положить. И сам говорит, покрашу. Процесс идет. Ставим лайк. Подписываемся на канал.